подход, используется функция, которая называется функцией проверки, проверки ошибок. Используется функция f. И открытое сообщение m преобразуется в расширенное сообщение, где m добавляет значение некоторая комбинация этой функции. То есть это уже добавка будет зависеть от самого сообщения. Ну и вычислить ее можно. Соответственно, это расширенное сообщение шифруется, отправляется, это получается вот расширенный шифр текст, отправляется b, и проверка происходит следующим образом. B расшифровывает сообщение, и это будет m-штрих, он разбивает на две части эту команду признаком, тут со стороны, то есть не f, а f. Ну, f, в общем-то, r. И проверяю. R у нас будет равняться f. Или нет? Ну, так, да. Прошла. Или нет? Ну, это внутренняя, так называемая, контрольная функция. Есть функция контрольная, которая после шифрования применяется. Но она в основном только для исправления ошибок в канале, для проверки правильности передачи. А вот защита от злоумышленника, которая интенсивно и самостоятельно может быть вмешиваться в передачу, это она не спасает. Ну, более стандартно такая функция использования функции ключом. То есть вот эта функция, которая строит добавку или строит дополнительную информацию и расширяет сообщение исходное, она уже будет иметь секретный ключ. Ну, то есть K это секретный ключ. Ну и тогда ее можно использовать тогда и без шифрования, и с шифрованием. Тогда можно использовать подтверждение подлинности. Секретным ключом. Ну и вот это вот M. Расширенное такое сообщение, не шифруя, отправляет B. Ну а B тогда, зная тоже секретный ключ,
Проверяем. Б. Проверяем. То есть, опять же, М' представляет в виде М-конкатенация R. Ну и проверяет, R равняется или нет F, K, F. Ну, тут два испытания. Ну, как вы видите, при этом не шифруется само сообщение. Ну, если таком, например, использование двойственных шифров таким образом используются двойственные шифры. То есть эта функция, она вычисляется с помощью алгоритма шифрования. Можем это даже отметить, наверное, как. Пятый пункт. То есть открытый текст А. Открытый текст М развивается на блок. М1 и так далее МП. Ну, где блоки соответствуют размеру входа и выхода в блочном шифраторе. Ну и, соответственно, далее вырабатывается HI, это значение значение хэш-функции в режиме сцепления блоков. То есть EFH, MPI и HI минус 1. H0 это начальный вектор или вектор инициализации, он может быть известен, открытый, или если закрытый, то он должен быть известен и А и Б. Начальный вектор и значением функции HT это собственно И меняется единицы до Т, HT это, собственно, есть значение функции на ключе от исходного сообщения. Ну, а дальше все так же. Строится расширенное сообщение, добавляется, собственно, аспект. Вот это и есть лимитов став. Лимитов в проверка. Б, соответственно, М расписывает так и проверяет, соответственно, вычисляет HT, проверяет R, равняется HT и E. И HT вычисляет. По аспону неизвестному и секретному ключу. Вот. Здесь с точки зрения аутентичности вот интересные примеры даже таких шифров стоит, как шифр Вернала. Например, атака
подмены на шифр журнала. Ну, как вы знаете, это шифр чрезвычайно стойкий относительно взлома и деления открытого текста, а вот относительно аутентичности и подмены какой-то его, он не очень-то и стоит. Ну, а именно, пример. Ну, какой-то рассмотрен шифр текст, открытый текст какой-то. Ну, например, какие-то там последние цифры будут известно, что в этом формате этого сообщения будет означать. Например, какую-то сумму денег или там дату какую-то. А вот, ну, скажем, последние вот 5 цифр это просто число там какое-то, например, дата. Да? Например, дата. 5 цифр позволит нам число месяца представить. Вот. Ну, а другой текст сообщения, другая часть сообщения, но в данном случае не важно. Ключ – это тоже какая-то случайная последовательность. Ну, я просто выбираю, но она не очень случайная, да, может получиться. И шифр текст у нас, как вы знаете, в шифре Бернана получается 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0. Вот шифр текста. Криптоаналитик строит ложную криптограмму. Каким образом? Это у нас истинный шифр текст C. Шифр текст C. Шифр текст C, он берет C и прибавляет. XOR делается. Сколько у нас здесь знаков? 8, да? Получилось. 8 знаков. XOR делает. 8 нулей. Как мы обычно пишется. Ну и затем, если здесь, скажем, была вот такая добавка из 5 знаков, кстати, если перевести это число в двоичную, то это будет что там 8 плюс 4 плюс 2, 8 плюс 6, 14. Ну, а можно, соответственно, прибавить к шифру тексту еще, например, вот 0, 0, 0. То есть 0 это тоже 1, 1, 1 и 1. Ну и в результате после расшифрования будет получен текст после расшифрования. Б. Соответственно, расшифровывает на этом ключе вот C словной и получит в результате текст. Ну, тут будет расшифрована эта часть правильно, то есть 0,1, 1, 0, 0, 0, 1. А здесь дальше будет у нас 4 нуля и единица. Поскольку это просто добавляет 4 нуля и 1. То есть и дата тогда у нас получится уже не 14, а 1. И естественно это получается ложное сообщение. Там XOR, там не 0 в 8. Это 8 нулей подряд идет. 8 нулей, потом, ну то есть... Ну XOR нулей там ничего не дает. Нет, так он ничего не дает. Будет это правильная расшифрованная часть. То есть, ну, получается, если мы
посылается еще кортекст С, он будет следующий. То есть берется этот, если так уже записать, как здесь, то это будет шифрованный текст 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0. Так? И, соответственно, шифрованный текст дальше был 3 единицы и 2 0. Ну, к нему добавляется. Добавка такая. Ну, как его обозначим? А именно 8 нулей. 8 нулей. Ну, а здесь, соответственно, ну и 4 единицы. 4 единицы. Добавляется. И получается, ну, так, это был исходный шрифт. Прошу прощения, это был исходный шрифт текста, а ложный шрифт текста будет такой. Тут то, что будет 0, 0, 1, 1, 0, 0. Ну, а здесь будет у нас, соответственно, 1, 0, 0, 1, 1. Ну и теперь расшифруем, давайте посмотрим. Это надо добавить ключ. B расшифровывать с помощью его ключа. 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0. Ну и дальше ключ 1, 0, 0, 1, 0. Ну, расшифровываем. Ну, тут понятно, будет код исходный. Текст, который здесь, а именно будет открытый текст, уже ложный открытый текст. А именно будет, ну, можно даже так, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0. То есть эта часть совпадает. А здесь у нас получается, когда 0, 0, 0, 0, 1. А здесь у нас получилось другое добавлено. Тут, например, может какая-то информация будет о событии, и дата в конце. И дата у нас будет другая, совсем стоит. Вот. То есть, вот, шифр Вернама оказывается для... обмана очень удобный в этом плане. Ну, если, конечно, знать хотя бы формат сообщения, то можно части его вот, менять, если знать, какие там части стоят, вот, создавая ложные криптограммы. Ну и так можно использовать и в более общем случае и разные режимы блочных шифров, например, режим счетчика. Вот. Давайте теперь все-таки посмотрим более формальные определения. А именно, коды аутентификации. Кодов аутентификации. Коды аутентификации — это те, которые позволяют повысить надежность и аутентичность сообщений. Вот. И мы видели тут, они могут быть секретными ключами, которые одновременно шифруют сообщения, могут быть и без секретного ключа, могут быть без шифрования сообщения, но при этом подтверждение аутентичности. Могут быть, ну, мы, в общем-то, рассмотрели только добавки, когда нашему сообщению
добавляется некоторая дополнительная информация. Но это не самый общий случай. Самый общий случай, когда в целом кодируется сообщение с этой дополнительной информацией. Ну вот давайте рассмотрим более формальные. Подходы и определения. И мы тут будем использовать, хотя тут явная у нас связь будет с шифрованием, но тем не менее мы будем использовать несколько другие обозначения. Просто здесь много привычных нам обозначений. ДМ используется в другом смысле. Вот мы будем рассматривать. Вот так, S. S и ну и будет меняться от единицы до мощности S. Что это у нас S большая буква будет использоваться, и очень удобно различать их на доске. Давайте, чтобы большие буквы были, во-первых, больше величины и с такими хвостиками. Это множество тут кодирование называется состояние источника. Ну, криптография — это множество сообщений. Это у нас будет множество сообщений. То есть, ну, надо сказать, у нас есть еще все-таки множество сообщений. Есть участники. Давайте я сверху напишу. Участники. А это отправитель, Б получатель. И также криптография. Ну и соответственно М — множество сообщений от А к Б о состоянии источника. Состояние источника. При этом у нас есть, ну и N тоже можем обозначить, если нам понадобится, мы будем писать, что это состоит множество из элементарных сообщений. То есть и у нас будет меняться от единицы до большого. Ну, в криптографии я буду параллельно проводить с криптографией, поскольку мы с ней лучше знакомы, и, соответственно, можем свои знания интуиции тут использовать. В криптографии M — это множество шифр текстов или криптографии. Множество шифр текста. То есть S — это состояние источника, можно интерпретировать как для криптографии по множеству сообщений, открытых текстов. Мы будем говорить, что не путаться с этими сообщениями открытых текстов. А M — это множество всех шифр текстов. Будем говорить, если сравнивать с криптографией. Но вообще это множество сообщений. Они могут быть в целом и не закрытые сообщения, не защищенные сообщения. Дальше.
Есть у нас множество Е. Е это соответственно ЕИ. И будет меняться от единицы до мощности. Это будет у нас множество правил кодирования. Ну и каждое правило кодирования. То есть для каждого и единицы то где задано отображение. Отображение. Е и, которое отображает вот, в. То есть множество состояний источника. То есть иначе говоря, эти состояния просто кодируются с помощью правила ЕИ. С помощью правила ЕИ. И, собственно, вот эта функция, то есть ЕИ, если рассматривать ее как функцию S, состояние источника, это у нас B-инъекция. Инъекция и вообще говоря вообще многозначная. Ну, инъекция она потому, что соответственно необходимо по сообщению однозначно восстановить источник, состояние источника. Необходимо по сообщению, по любому сообщению, по любому сообщению MP однозначно. Состояние источника S такое, что E, ну, наверное, другой символ, давайте E и от без индекса, и просто некоторое состояние. И RG равняется S. Коды. Да, и вот тройка. Тройка. Соответственно, S. Состояние источника, соответственно, M, множество сообщений.